Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Wabon Games. Друзья, мне надоела моя старая команда, и я решил собрать новую. Здесь левая часть вся из Ювентуса. Честно могу сказать, Маркизио и Сандра мне нравятся больше, чем то, что у меня было из Баварии. Да-да, друзья, я не шучу. Мне так надоел бои в защите. Это просто что-то с чем-то. Он постоянно привозил. Не сказать, что он совсем плох, но он привозил. Привозил пенальти очень часто. И сейчас вместо него тут играет легенда Фердинанд. И, если честно, я им прям доволен, друзья. Я прям доволен. Вот 16 матчей он сыграл. Даже один гол умудрился забить. А, ну и Маркизио я хотел показать. 13 игр, 5 забитых мячей, 9 голевых передач. Это очень круто. Это точно лучше, чем Погба у меня играл в составе. Здесь вместо Валенсии Уолкер Марсиаль остался на своей позиции. Здесь вопросов никаких. 272 матча за мою команду, 127 голов, 81 передача. Это еще даже мало для него. Серхио Агуэро, это вот главный сейчас нападающий в моей команде. И мне действительно поднадоел Джезус. Он у меня остался в команде, он сидит на скамейке запасных. Но я хотел что-то новенькое. Вот Агуэро, который сыграл 13 матчей, забил 12 мячей, отдал 6 голевых передач. Это, по-моему, очень хороший показатель. Ну и карточка, которая сейчас получила еще один апгрейд. Да, есть Inform 86, но пока нет у меня денег на него, поэтому я довольствуюсь 84-м. 16 матчей, 11 голов, 5 голевых передач. Стерлинг. Это человек, который творит такие чудеса сейчас в английской премьер-лиге. Последние все 3 матча Сити он забивает победные голы после 84-й минуты. Это что-то с чем-то. Ну и, конечно же, Рахим просто великолепен. 93 тысячи я его купил. Сейчас он чуть-чуть подешевел из-за нового информа. Но я советую вам обратить на него внимание. Вот моя скамейка запасных. Тут и Сон, и Сане. Сане тоже мне нравится. Вот этими парнями, Генрихом и Джезусом, я наигрался, поэтому я их поменьше выпускаю. Эта команда с первой же попытки и достаточно легко вывела меня в уикенд-лигу, так как прошлую уикенд-лигу я пропустил, для меня нужен был проход в эту. Так вот, в уикенд-лигу я прошел, все замечательно. Ну и теперь хочу покуражиться в дивизионах за эту команду, ну и заодно подтренироваться перед уикенд-лигой. Неплохо, во всяком случае, это не Англия, это Ла Лига. И надо забивать, конечно. Ну, наконец-то мы открываем счет. Поначалу что-то как-то неудобно немножко все это было. И это Маркизио, друзья, я вам говорил про этого парня. Нет офсайда вроде. Марсиали 2-0. Должен счет становиться, да. Ну, как хотите. Можете от меня отходить, отходить потихонечку. Ну, тогда мы будем бить издали. Это вратари, бегущие на мяч, а потом просто мимо него пробегающие. Меня всегда поражали в FIFA 18. Почему? Почему нельзя сделать анимацию, что он прыгает за ним, пытается хотя бы не сделать угловой для своей команды? Так, ну тут счет 4-0 становится. Друзья, пора, по-моему, парню выйти просто и не мучаться.
Ну 5-0, друзья, ну пора. Пора уже нажать паузу и выйти из матча. Оу, хорош. Великолепный гол. Ну, 6-0. Первый матч заканчивается. Вот так вот. Поехали в другую игру играть. Угу. Вот так вот даже. Наверное, вот эти серебряные парни неплохо бегают, раз они у него с краю играют. Неплохо так было сейчас. Марио чуть не открывает счет. 1-0. На контратаке поймали соперника, он пытается играть как-то вот в стиле уикенд-лиги, держать мяч, что-то там как-то перепасовываться, в ширину действовать. Нужно уметь не только держать мяч, но при этом быстро переходить от обороны в атаку и наоборот, потому что вот в таких контратаках вы сразу будете получать. Ну вот, держит он мяч, и что? Вот. Ну и что ему это дает? Ну я вот нажимаю только ради того, чтобы переключаться, чтобы не быть, как вот рассказывают некоторые... Не опасно, абсолютно. А вот это будет опасно. И, скорее всего, даже закончится голом. Вот так вот, друзья, вот так это работает. Одна потеря мяча, мне нужно 2-3 максимум передачи и мяч в ворот. Все. Ой, я уже устал от его передачи, вот они ни к чему не приводят. Мне кажется, он сам себе голову уже закружил. Нет, мы, конечно, тоже можем сами взять мяч под контроль. И вот возюкать его туда-сюда, и делать ложные замахи, и все это в таком духе. Но также неинтересно, друзья. Но поэтому у многих пропадает сейчас вообще какое-либо желание играть в эту игру. О-хо-хо! Какой красивый мяч головой! Редко я головой вообще забиваю. Но тут Антони Марсиаль в прыжке рыбкой, как прям Ван Перси в лучшие годы. Хорош! Агуэро! Мучения эти закончились и для него, и, если честно, даже для меня. 4-0. Ну, составщик такой себе. Неплохо, здесь можно уже открывать счет. Да ладно, как ты промахиваешься, Стерлин? Что это было сейчас такое? Два человека у меня в защите просто. Чик, один промахнулся, чик, второй промахнулся. И надо забивать. Да ладно, да что происходит? Вы что, пацаны? Ну, сейчас-то мы забьем. Нет, не забьем. Ты что, блядь, глумишь, арбитр? У меня один в один игрок убегал. Естественно, один удар, один гол. Все понятно. Ну, да ладно. Неплохо. Ну, наконец-то. Наконец-то мы забиваем, и у меня выключилась камера. Хорошо, Стерлинг, есть пространство. Такое прям пространство, что аж пенальти. В смысле нет пенальти? Ты чё, судья, совсем с дуба рухнул? Куда? Буфон красавчик. Буфон красавчик. Ой, хорош. Ну и наконец-то. Наконец-то мы выходим вперед. Это прям вот... Действительно не скучный матч получился. Соперник видно, что нацелен на атаку и пытается что-то сделать, но мы вышли вперед. Хорош, Буфонище! Ну, вот так вот, друзья, 2-1 мы победили. Не скажу, что легко, и респект за это соперник. Вот такая вот серия у нас сегодня получилась с вами. Мы покуражились в дивизионах, но при этом вы видели, что эта команда способна и на то, чтобы неплохо играть в уикенд лиге. Что я и проверю на этих выходных. Не уверен, что получится все 40 матчей сыграть, но это и не важно. Все, друзья, на этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, подписываться в паблик ВКонтакте. Также на Ютубе сейчас появилась новая функция, такая как сообщество, где теперь можно добавлять разные опросы и голосования. Так что будьте всегда в центре внимания. И чтобы ничего не пропустить на канале важного, нажимайте колокольчик. Устроим звон колоколов для того, чтобы не пропускать мои видосы и мои опросы. Все, до скорых встреч. Всем пока.